Туда по движению иду и вот за собой. Нет. Вот. Видите, ему сразу ноги неудобны. Фу! Из поясницы вытащил. Ой! Не видел. Совсем ноги не видел. Понимаешь, ну, что я тебе говорю? Вроде видишь, а не успеваешь ничего. I can see, but I can do. Ой, вот это ужас. Да. Либо дополнительную опору дают. On the second step, you can use your arm. Before it just contact. And try to save contact. Да, все. Ну поехали, сначала сделаем, а потом. То есть, видите, да? Same time, same speed. То есть главное, чтобы я вписался во второе движение. Да, Серега? Давай на руке. Снимай! Да нет, туда. Да, понял. На руке, просто вот даже на ладони. Ты, вот. Вот я ему даю, видите? Фу. Забрал. А так аж вот сюда вот. Ребра ложатся на таз. Вот, вот. Вот здесь вот прям был бы голый, видно было бы, что нога туда в снегу ушла. А в чем идет смысл? Подержи так. О-о-о. Подержи, подержи, я объясню. Ну, давай, с другой стороны. Значит, смотрите, вот он надавил. Now he push. И человек, вот Александр, он должен что сделать? Он должен расслабить спину. Александр should relax his spine. Вот. А теперь расслабляй спину, ноги и отпускай его. Now please relax your spine. Ой, я вспотел пока. Понятно, да? Теперь следующий момент. Как он переходит на вот эту динамическую работу? Он помнит изначально, что ему нужно отпустить спину и ноги расслабить. Я заметил, да? Вот я, смотрите, вот я дал. Дал. Это вот, это немножко другое. Дал ему перенаправил. Ну я просто, чтобы спину не загружать. Да, понятно. Это следующее, это хитрость твоя. Ты мне покажи на теле. Вот, видите? То есть он изначально сразу убрал это напряжение. Видели? И человек провалился, то есть он то дал опору ему, то забрал ее. Видите, вот дал опору, теперь забирай. Видишь? Вот и все. И здесь, когда в динамике человек уже двигается на него, вот, он как бы, знаете, выстраивает вот эту форму, а потом ее убирает. И человек проваливается. Вот оно. Понятно, как все происходит? In dynamic, he creates suspensions, after it he removes it. И он чередует, дает напряжение, убирает напряжение, дает напряжение. He creates tensions and removes tensions. И таким образом управляет человеком. Понятно всем? He controls the opponent. Да, но начинается это с физики, ну, с большой, когда идет давление, чтобы человек почувствовал, как работает группа мышц, to как вот это напряжение распределяется, какая, где спина, какие мышцы напрягаются. You should understand, а потом он расслабляет и убирает напряжение. Which muscles is in, are in tension. О! Да! Видно, вот дал напряжение, забрал, это опасно. Потом опять дал. И так можно передавать. Это менее опасно. Да. Да, но он там, конечно, он пользуется несколькими принципами. Он еще выводит в такое положение, где не работает. Не надо смеяться так некрасиво. Значит, это самое.